Я в каком-то из интервью слышала, что вы сказали о том, что вы бизнесом занимаетесь 12 лет. Вам 29. Вы вообще... Мне еще 28, на самом деле. 29 только будет. Ну, тем более тогда. 28 минус 12, это будет с 15 лет бизнесом? С 16 начали заниматься? Ну, да, с 16 уже начал предприимчивым таким быть. А что это был за бизнес? Вот как вы заработали первые деньги? Это, знаете, вопрос очень банальный, но он всегда интересен. Ой, первые деньги я, наверное, еще зарабатывал, наверное, лет в 12, если я так вот, наверное, даже в 10. Было очень популярно играть в наклейки. Были такие наклейки в жевательных резинках. И в школах было очень популярно играть в выбивного, когда ты там ставил ставку, ну, такое детское казино, скажем. И очень активно тогда продавались эти наклейки. У меня довольно неплохо, у меня всегда была большая рука, и у меня неплохо получалось выбивать эти наклейки. У меня постоянно была большая стопка. И там за какие-то деньги, там за 10 копеек, за 20 копеек. А я помню копеек. Эту игру, я тоже зарабатывала на ней деньги школьницы. Видите как? Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, вот такую вещь. Для того, чтобы... У меня есть приятель, который владеет довольно большой этикой, компании, у него все получается, а он вообще ни разу не программист, он ничего в этом не понимает. Я такой но же. И вы такой же. Я тоже не программист. То есть можно менеджерить спокойно там, на высоком уровне, не обязательно быть профессионалом в этом. Не обязательно иметь какие-то специфические знания. То есть тебе достаточно, чтобы управлять любым бизнесом. Тебе главное понимать бизнес-процессы в любой компании, потому что они схожие. Там, допустим, продавая продукты питания, мы закупаем продукты, продаем продукты. В IT мы, грубо говоря, закупаем интеллектуальную собственность. Там, наши основные косты – это зарплаты. То есть это точно так же идет закупка, закупка интеллектуалов, и мы потом их продаем. То есть все то же самое. Поэтому для старта мне было достаточно, я закончил банальные простые курсы project management, которые длились, по-моему, наверное, ну, полтора или два месяца. В общем, я закончил эти курсы, и с этого начала расти моя компания. У вас есть какая-то ролевая модель вот в этом бизнесе? Какой-то человек, которого вот, ну, на которого вы хотели бы быть похожи? Ну, какой-то условный Билл Гейтс. Знаете, я, наверное, в этом плане хочу больше быть похожим на самого себя и не изменить своим принципам. И я хочу в своих ощущениях для себя остаться авторитетом навсегда. Что есть маркер успешного бизнеса? Количество заработанных денег или какие-то другие вещи? Я думаю, что количество довольных клиентов. Потому что это неразрывно связано в том числе и с бизнесом. Потому что если у тебя правильно выстроен бизнес-модель твоих процессов, ну, то есть у тебя все протекает, нету никаких излишков, адекватные косты, то чем больше у тебя довольных клиентов, тем больше и шире и быстрее растет твой бизнес. Поэтому я бы мерил лучше в довольных клиентах, нежели в деньгах. Деньги – это не самоцель, и ценности в них такой большой я не вижу.